Добрий день, шановні друзі. Мій сьогоднішній співрозмовник є символом не лише хокею, а й спорту взагалі. Сьогодні у нас в гостях багаторазовий чемпіон Радянського Союзу, Європи, світу та Олімпійських ігор з хокею, геніальний воротар, один з найкращих спортсменів сучасності – Владислав Третьяк. Я знаю, что один из канадских журналистов сказал, что если вот мы проиграем, то я съем свою шляпу или газету. Что он пером хотел? Была такая у него. Шляпа? Шляпа. Что, съел? Но это шляпа уже потом. Сначала он сказал, что он съест газету, а газету он много написал. Съел? Это действительно было. Мы это знали, но мы думали, шутка и шутка. Да. А корреспондент серьезный. И вот он рассказал профессионалом своего слова. Вот. На следующий день мы переехали из Монреаля в Торонто. И смотрим на улицу. А погода хорошая была, солнце. На улице очень много корреспондентов, телевидения. И вот он в шляпе такой, с пером. Вот. И, значит, на стол ему вот этот вот борщ московский такой вынесли, чтобы газету так не съешь, ведь, правда, без воды. Он им накрошил, да? Вот тут много у него газет, и он нам говорит, покрошите, я буду есть. Ну, мы подходим, думаем, ну как, тренинг, думаю, простите, что, зачем мы есть? Ну, не пишите так больше, знаете, сил нас. А у нас, ну нет, вы знаете, говорит, мне надо, поймите, ну уже телевидение, знаете, ему тоже видно, реклама какая-то была нужная, не знаю, или человек-слово. Ну, мы ему начали крошить, он так ест, улыбается, а они все подходят, что это капиталисты, жалеете, взял ему все, бросил, там у него все, воды не было, все это такая муть была, но он все съел. Он вообще молодец, оказался профессионалом. Ну, чтобы не писал потом, да? Да, потом он написал, что да, я знаю силу русского хоккея, в следующую серию вся российская команда обыграет наш канадцы. Счет 8-1, если не продаем, съем свою шляпу. Это было. 15 лет вы были лучшим вратарем СССР и мира и были признаны, официально признаны лучшим хоккеистом столетия 20 века. Да. Как вот так вот играть стабильно столько лет? За счет чего вы держались? За счет дисциплины. Самодисциплина, в первую очередь. Понимаете? Оценка вратаря, ведь все умеют хорошо играть в хоккей. Вот в высшей лиге, в суперлиге, до чемпионата мира, они все профессионалы. Они все по 20, по 15 лет занимаются хоккеем, понимаете? Самое главное себя настроить. Как вот возьмешь психология. Гитару, скрипку. Психология человека. Я нашел такой вот ключ, что мог вводить себя в такое состояние, что я сам иногда не понимал, как я могу такие шайбы. Что это за ключ? Автомат. Ключ самотренировка, аутогенная тренировка. Вы думали о чем-то настраивали? Одном и том же. Ты должен думать об одном и том же. Даже картинки, которые ты должен посмотреть перед выходом, ты должен поставить. Ну, завтра матч с канадцами, о чем вы думаете? Сегодня мы, как правило, ну, тренер, у нас есть собрание, мы смотрим игровые моменты, мы разбираем. А перед матчем за день я старался отвлечься. Кино посмотреть, еще, чтобы не какое кино обстановку, вы смотрели, чтобы спать правило. Хорошо. Какое кино вы смотрели? Как ну, правило? Разные там, какие там, боевики, какие там показывают. У нас этого раньше не было, мы же все это смотрели, мы же с собой фильм это не привозили. Это потом, когда уже постарше стали, вот уже в 80-е годы с нами стали, если были видеомагнитофоны появились, мы же с собой стали «Бриллиантовая рука», вот эти все фильмы стали смотреть, музыку свою. Вот я помню Антонову «Крыша дома твоего», Германии, только ее вставляем. Знаете, это уже все, это уже стабильно. Начинаем поездку, автобус тронул, нашу, все. Ну, с вами даже артисты, я знаю, ездили, Леонов ездил, да? Ездили. Евгений Леонов, Павлович, да? И Ролан Быков, и Кобзон, и Винокур. Помогало это? Да, понимаете, очень сильная обстановка. И самое главное, что нам не прощает второе место, для нас это не успех. Только первое место. И когда ты чувствуешь вот это очень тяжело. Когда на тебе груз только золотой медали. И второе место для страны ничего. Ну, говорят, Леонов с вами как-то был на соревнованиях, на каком-то чемпионате, и должен был вот уезжать, у вас еще матчи оставались. В Праге, да. Да, он, ему сказали, Евгений Павлович, ну куда же вы? И он говорит, а ладно, остаюсь. Талисман как раз. Было, да? Это было, да. Вы первым из европейцев попали в зал хоккейной славы в Торонто. Я не сомневаюсь, что вам множество раз предлагали из Советского Союза уехать и предлагали наверняка огромные деньги, но так и не получилось сыграть за профессионалов канадских. Да. Вы жалеете об этом сегодня? Отчасти есть момент. Понимаете, я закончил в 32 года. Рано ведь, правда? Конечно, вратарь играет до 40. Может спокойно играть. Тем более в моем я дисциплинированный, режимный человек. Вот, я знаю, какую цель, я не говорю, что я там мог не выпить, но я знал, когда и что. Говорят, вообще не пили, не курили. Не, ну я мог позволить себе, но я знал, когда и сколько нужно тебе, допустим. И не курили? Никогда в жизни не курил. Никогда ни одной тренировки в жизни не пропустил. Только по болезни. Вот такой фанат хоккея. У меня сейчас и внук такой. Вот, поэтому, конечно, отношение вот
твое дело, оно, конечно, вливается в то, что есть. Но вы не могли наверняка играть до 40 лет, потому что не хотели снижать уровень, да, планку. Понимаете, когда я здесь выиграл все, вот сегодня вы скажете, 10-кратный чемпион мира, да? 3-кратный олимпийских игр. Сегодня только 2 таких. Только это Рагулин и я, больше никого нет. В мире нет 10-кратных. Если я вам сказал 11, ничего бы не изменилось в ваших глазах. 9, ничего. Да, 12-15. Поэтому я думал, ну 10-кратный, завтра буду 11-кратный, ничего не изменится. Я был на 4 олимпиадах. 3, 1, уже еще на 1 олимпиаду можно было, ну еще надо, еще... Опять мне уже было неинтересно играть здесь, потому что я уже 15 лет отыграл, я прошел все, и уже интереса нет. Я уже 32 года стал стариком. Таким, что мохнатым, знаете, таким вот старичок. А мне уже стали, Владислав Александрович, вставайте, зарядка. Значит, у него да. уже, ну, конечно, это уважение есть такое в команде. Есть старики, там, я тоже сам, когда к Рагулину, там, Александр Павлович, я только называл его Рагулина. Я его Сашей никогда не называл. Если он Фирсов, Толя, там, а Александр Павлович, потому что по габаритам таким, по уважению, не мог его называть. Так и меня стали называть, и меня это немножко, знаете, мне сложно было. 32 меня, года. Я как-то уже стал отдельно, потому что я старший, самый опытный. Вот. И поэтому я подумал, 32 года, я уже подумал, что можно что-то поменять. Потому что в 84 году я получил предложение играть в Монреаль-канадец. Вы мечтали об этом? Я в драфте был Монреаль-канадец, и я хотел поиграть. Потому что я здесь все выиграл, ну почему не поиграть? Вам назвали деньги? Ну, там сказали, что мне деньги назвали, но я сказал, что очень большие сказали. Что любые деньги мы дадим. Приезжал генеральный менеджер сюда, встречался с Сусловым, членом политбюро. Ну, Суслов сказал, что... С Сусловым? Да. И Суслов сказал, что у меня папа, генерал армии, начальник военной... Вот это, Дальневосточного военного Дальневосточного округа, наверное, округа, да, а это однофамилец. Да-да-да, генерал Третьяк. Я не хочу его расстраивать, поэтому нет Монреаля. Но мне об этом сказали только через 5 лет. Я узнал, что такая встреча была. Расстроились, да? Ну, я, откровенно говоря, хотел поиграть. Потому что здесь я уже достиг всего. Я как профессионал, ну, во-первых, и деньги тоже хотел заработать. Мы же не получали таких денег, да. И что-то новое. И Монреаль меня очень ждал. И хотели. И Монреаль действительно команда была похожа на ЦСКА. Она не дрочливая команда. Это не Филадельфия Флайерс. И она была близко мне по духу. Мощная, поэтому был интерес. Мощная команда. Да, интерес, она близко была к Европе. И там же французы играют. Поэтому мне хотелось сыграть, к сожалению, не удалось. Как вам кажется, если бы вы все-таки уехали в Канаду, вы бы добились там таких выдающихся успехов, как здесь? Трудно сказать. Я бы старался изо всех сил. Конечно, я бы старался изо всех сил. Все свое мастерство приложил. Ну, трудно сказать. Другой хоккей. Как бы пошло, не знаю. Ну, я думаю, что, наверное, плохо не было. Тем более, что у меня все лучшие матчи против канадских. Профессионал, значит, я играть-то умею против них. Я думаю, это большое счастье для вас, как для игрока, играть с такими ребятами, партнерами на льду, как Харламов, я не знаю, Михайлов, Петров, Фетисов, Касатонов и так далее. Скажите, кто из ваших партнеров, на ваш взгляд, был самым талантливым от природы человека? Харламов. Однозначно. Да, поэтому в офисе вот его и фотографии здесь висит. В этом году ему 60 лет исполнилось, да. Мы вот играли матч как раз ветеранов. Потрясающий был хоккеист, особенно когда он с канадцами играл. Первую игру он им назабивал там, по-моему, 2 или 3 шайбы. Он такой показал виртуозную игру. Ему чек принесли сразу на следующий день, чтобы в Торонто его забрать. Серьезно? Да, и хотели его сразу в команду забрать, но он отказался. Патриот был? Патриот, да. Ну, у нас все в свое время патриоты были. Никто из нашего вот ляда не убежал за границу. Насколько Хотя предложений много было. Насколько правда, что Харламов разбился, потому что сел за руль пьяным? Не было такого вообще. Вообще, за рулем его жена сидела. Это было в 9 утра. Он просто не справился. Они ехали на тренировку. А жена у него плохо водила. Знаете, как жена? За рулем. Но он ей давал только вот за городом. Это было где-то 60 километров от Москвы. Для команды это шок был, когда он разбился? Мы были в Канаде. Его же не взяли на Кубок Канады. И, конечно, для нас шок был какой. Мы утром, там же разница во времени, и мы идем на тренировку пешком. Там в Виннипеге у нас товарищеский матч с канадцами был перед Кубком Канады в 81 году. И мы выходим, и ко мне таксист подъезжает и говорит: «О, Владислав, там автограф, у вас несчастье в стране». Я говорю: «Что такое?» Он говорит: «Харламов разбился». И вот мы на улице, нам болельщики показали. Потом мы пришли в раздевалку и по всем, значит, экранам показывали Валерия Харламова, как он забивает голы канадцам, и показывает, что вот такой великий человек разбился вчера в Москве. Если бы его взяли на Кубок Канады, может быть, все сложилось иначе, да? Конечно, все было по-другому. Ну, жизнь непредсказуема, знаете. Есть Бобров опоздал на самолет, самолет разбился, он остался. Да. Жив. Трудно сказать, понимаете. Все во воле Божьей. Так что вот здесь вот такое несчастье.
На ваш взгляд, у нас в советском хоккее последних десятилетий было две гениальных тройки нападения: Михайлов, Петров, Харламов и Макаров, Ларионов, Крутов. Кто из них лучше, если сравнить? Трудно сказать, нельзя говорить так лучше. Почему? Потому что каждый был другой амплуа, каждый работали в своем времени, разное время, понимаете? Поэтому и те выдающие. Почему? Потому что все-таки Михайлов, Петров, Харламов, они играли тройкой. А Ларионов, Макаров и Крутов, они играли пятеркой. С ним играл Фетисов, Касатов. Да. У них взаимозаменяемость была. У них Фетисов у нас на чемпионате Советского Союза забил, был во вторым по забитым голам. Понимаете, о чем речь идет? Вторым по забитым голам. Это уже другой хоккей. Это говорит о том, что взаимозаменяемость. И когда чешские там, или шведские игроки выходили, они не знали, кого ловить. Потому что там Макаров был играть в защите, Фетисов в нападении. Все вот так крутилось, вертелось. И это замешательство в тылы врага. Поэтому было уникальное звено. Поэтому они каждый в своем амплуа хороши. Вы работали, играли под началом двух выдающихся тренеров, Тарасова и Тихонова. Скажите, пожалуйста, Тарасов жестче был Тихонова или нет? Тарасов жестче был, да. Жестче? Жестче. Тихонов тоже жесткий, они оба жесткие. Ну, такое время было, наверное. Трудно было управлять хоккеистами. А вот у Тарасова был жестче, да. Тихонов был авторитарным тренером? Ну, было, да, было что-то. Ну, ради победы. Понимаете, все ведь диктует победа, диктует условия. Сегодня демократия, сегодня такое нельзя. А раньше все, тренер, он царь и бог, поймите, он тебе... От него зависит и квартира, или ты машину получишь. Все, вся жизнь твоей семьи и твоя, и за границу выйдешь или нет. Все зависело от тренера. Сегодня от тренера ничего не зависит. Ты получаешь зарплату от менеджера, от команды. Ты квартиру сам покупаешь, питание тебя не волнует. За границу ты сел, купил туристическую путевку и уехал. Сегодня за границу она никого не манит. И многие вообще не хотят ездить туда, потому что здесь все можно купить. Это раньше ездили туда, как в Москву, за колбасой. Знаете, а мы оттуда киви привозили. Показывали, все не поверили, что за чебурашку такую привезли. Я просто еще рассказываю, что такая жизнь была. Сегодня люди у нас достаточно. Хоккеисты у нас получают больше, чем в Европе. Нет хоккеистов, которые у нас самые высокооплачиваемые. Поэтому сегодня тренер, он только как такой же наемный игрок, как и игрок. Понимаете? Мне приходилось слышать от ребят хоккеистов, что Тихонов над ними издевался. Это правда? Ну, как издевался? Были моменты, просто сейчас не хотел говорить об этом. Все ради победы он делал. Конечно, были обиды, будто и Виктор Васильевич немножко перегибал. Немножко было в человеческом плане, понимаете, там, когда человек, мальчик заболел, там, он говорил, чем ты можешь помочь, типа. А в НХЛ есть правило, если кто-то у тебя заболевает, там, отпускают близко, домой. Даже вопросов нет, тебя снимают, а ты уезжаешь. А здесь не отпускали? Здесь нет. И вас с семьей не отпускали? Нет, если кто-то болел, нет. Нет, если игра или там передигровой день, тебе нет. Ну хорошо, вы такой дисциплинированный игрок, вам 32 года, вы заслуженный человек, в конце концов. Вы хотите наверняка побыть больше с семьей, с женой, с двумя детьми. Да. Вы говорили ему, что, может, вы меня отпустите на пару дней? Да. Я говорил не то, что на отпустите, я сказал, что хорошо, я останусь еще, но дайте мне возможность, чтобы я жил дома. Он отпустил? Я буду приезжать в день до игры там. Потому что у меня дома уже напряжение, жена хочет, чтобы я все-таки дома побыл. Конечно. Вот детей не вижу, двое детей. Тихонов сказал, что у меня дисциплина для всех одна. Я говорю, ну, тогда я заканчиваю. Все. Вот оно что. Да, поэтому я 32 года не поехал ни в Монреаль, и условия мне не были созданы, я и закончил. Если бы он дал вам возможность приезжать... Я бы сыграл бы. Много? Не знаю, это трудно сказать. В свое время я брал интервью у покойного Тарасова, и когда как раз появилось письмо Ларионова, Игоря Ларионова, в журнале «Огонек», почему я не хочу играть в команде Тихонова, да. И Тарасов принял сторону Ларионова. И он очень жестко осудил Тихонова и сказал, что такие, как Ларионов, их мало, и с ними надо совершенно по другим правилам играть. Тарасов в свое время этого не сделал. Ну, всегда уже, знаете, потом можно какие-то принимать решения. Всегда легче критиковать, чем самому сделать. Сегодня, в отличие от советского хоккея, который практически всегда был на высоте, если не считать редкие вторые места, российский хоккей этим похвастаться не может. Как вы думаете, почему? Упустили 10 лет. Мы занимались устройством своей жизни. Хоккей опустился. Поэтому специалисты многие уехали. Хоккеисты, лучшие хоккеисты у нас сразу рванули за границу в НХЛ. И хорошо там играют. И хорошо играли, лучшие почти были там. И бомбардиры были, и так далее, и так далее. И поэтому, конечно, обезглавили верхушку. Молодежь еще не готова была.
Во-вторых, мы сильно климат поменялся. Это тоже очень важно. Вы скажете, почему? Ну, во-первых, раньше мы начинали на открытых катках, а я больше полжизни проиграл на открытых катках. Сегодня на открытых катках невозможно играть, потому что то снега нет, плюсовая температура. А мы сегодня катастрофически, я как президент Федерации хоккея сегодня хочу сказать, что самая моя главная забота – это построить стадионов. В Канаде 3500 стадионов. Ух ты! А у нас 160. Всего. На Украине вообще 2, наверное, это 4, да, наверное, у вас. Поэтому откуда могут родиться Харламовы и так далее? Ну, некоторые говорят, ну, раньше-то рождались. Я говорю, да, но они катались-то где? Я же все время на естественном катке. На воздухе. Мы, значит, 30-градусный мороз, я все время катался где? На улице в хоккей играли. Мы на улице играли. Да, 25-30 мы на улицах играли. Парки все были залиты. Сегодня во дворах стоят машины, сегодня нет условий. Вот, а катков сегодня не хватает. Хотя сегодня популярность увеличивается, у нас проходит чемпионат России на самом высшем уровне. И есть желание, есть возможность, сегодня много больше строят стадионов, но все равно их не хватает. Сегодня наверняка проходит много товарищеских матчей, показательных, красивых, где играют ветераны. Но я знаю, что вы сказали, в ворота я больше не стану, раньше летал, ползать не хочу. Да. И если выходите, то выходите в роли защитника. Каково это вам в роли защитника? В роли защитника интересно было. Во-первых, сочкануть можно, да? Там как? Вышел на площадку, поставил одну секунду, смена и сел. Участвовал. Третьяк был, играл. Ну, а так, конечно, понимаете, в чем дело? Для того, чтобы играть за ветерана, надо тренироваться. Уже 55 лет, уже мышцы не те, и уже и болячки выскакивают. Да. А вратарем это вообще невозможно. Вратарем это же как Ванька Встанька. Упал, встал. Вот. Если... при моей комплекции сегодня и нагрузка упасть по 100 раз за игру, то можно, я думаю, потом связки, не подняться, могут, да? Связки могут просто оторваться. Поэтому и спина, и так далее. Поэтому я сейчас не испытываю судьбу и не играю в контактные игры. Потому что на моем вот опыте я уже видел, на своем, на других опытах спортсменов, что большие травмы получают. Разрывы всякие, порывы. Понимаете, у меня-то в голове я такой же, как и был 20 лет. Если я сейчас стану ворота, буду делать все, что когда я играю. И мой рефлекс, делаю, да? 5 минут. Хорошо, но потом умру. У меня сил не будет. Потому что нет физической... какая красивая смерть. Согласитесь. Физической подготовки нет такой. И самое главное, нет тренированности, понимаете? Когда у тебя нет... А просто выходить по смешищам, ну, третяк, 20-й номер, а внутри пустота, ничего не взять. Ведь тебя-то привыкли видеть как того вот третяка, который ты был. А ты сейчас беспомощный старичок, ты ничего не можешь сделать, не поймать, ничего. Ну, старичок, это вы, конечно. Ну, я образно говорю, в воротах уже ты не можешь что-то делать. Да, я мог бы играть, если бы продолжал. Ведь у нас есть ряд ветеранов, такие как Кузькин, там, другие. Они занимаются каждую неделю по два раза. И он до сих пор что-то... Он а в футбол вы играете? Сейчас нет. А раньше играли? Раньше играл. Да тоже контактный, потому что тоже очень много травм в футбол. Связки летят. Сколько килограмм? Потому что у тебя есть самолюбие. Понимаете? Во-первых, тебя все хотят обыграть. Вот я, куда ни появляюсь, то пинг-понг. Хочешь теннис. И все радуются. А ты не хочешь проигрывать. А ты играешь против мастера. Или там поплавать. Там. Ой, Владислав, давай с тобой проплывем. Кто быстрее? Ну, я думаю, ну, давайте потихонечку. Да, потихонечку. Потом как рванул только, всего третьяк плавать не умеет. Или там приехал в Канаду, ой, давай в теннис с тобой поиграем там. Я говорю, я плохо играю. Да я тоже плохо, ничего. Ну, я проиграл ему 5-6, 6-0 и 6-0. На следующий день в газетах. В таких позах меня все, третьяк вообще нулевой. Я говорю, там, а зачем мне это надо? Я же не играю в хоккей с ним, когда раньше играл. Каждый свое время, понимаете? А вы в шахматы пытаетесь поиграть? В шахматы можно. Сколько килограммов составляют ваши многочисленные медали? Ой, вы никогда не взвешивали? Ну, рекорд, наверное, ни у кого нет столько. Около 80, наверное, золотых медалей. В общей сложности, наверное. Там все... Ну, раньше давали две медали чемпионата России. А у меня 13-кратные. Одну сюда. Вот уже 26. 10 мира. Золотых. Да. Еще серебряные и бронзовые. Еще 15. Европы еще 15. Вот еще 30. Да, вот уже 60. Потом Кубки Пресс Известий 13. Кубок Европейских чемпионов 13. А Кубок Брауна там в Америке мы играли. Фантастика. Потом я еще играл 4 года за сборную юниоров. Сборной страны. И тоже Советской. Побеждали. 3 золотых, 1 серебряная. И еще чемпионские медали, которые я играл за чемпионат России. Вы никогда России. Не надевали вот так все медали сразу? Одевал, но не все. Все невозможно надеть, потому что все уже, ну, просто места не будет. Ни один пиджак этого не выдержит. Никакой пиджак. Два пиджака даже не выпустят. Мне посчастливилось, я в хорошей команде играл. Да, но это ответ скромного чемпиона. Это правда. Это очень важно, где ты играешь. Понимаешь? Если бы я играл, там, допустим, за команду Сибирь, может быть, я хороший вратарь был, но медали столько бы не имел бы.
У вас замечательная супруга Татьяна, и я, насколько я слышал, вы познакомились практически вслепую. То есть, как это происходило? Любовь с первого взгляда есть. Я вообще не верил. Но вы договаривались? Я получал вообще по 50 писем в день от девочек. Потому что 17 лет я был очень популярным молодым человеком. Фотографии присылал? На всех экранах, на всех журналах. Фотографии присылал? Фотографии. О, у меня фотографии было целые вот такой. Красивые девочки? Очень красивые. А некоторые посылали артистов, знаете, не свои фотографии, да. И потом, когда я видел, разочаровался. Но я редко отвечал. Если я хотел познакомиться, я приходил домой, у меня каждые 5 минут телефонный звонок был. Ой, извините, мы ошиблись. Я говорю, ну и что? Или там с другом. Я говорю, хочешь познакомиться, девочка? Хочу. Приходим. Каждые 5 минут. О, Владислав, давай стоять. Ну, давай, пошли на каток, пойдем в кино там. Может, я не знаю, откуда они телефон узнавали. Не, потрясающе. Вот. А потом где-то в 20 лет моей мамы боевая подруга, она говорит, есть девушка Монина, это где-то 30 километров военный гарнизон, красавица. Говорит, а я думаю, ну что пожилые люди, у них вкусы совершенно другие. Я даже и не реагировал на это дело. Я говорю, да, да, я позвоню. Я ей не позвоню. Потом через месяц она мне звонит, говорит, слушай, все, ты зря. Ты такая девочка хорошая, блондинка. А у нас какие-то блондинки все, знаешь, на ушах. Вот. Она натуральная блондинка, не крашеная. Такая красивая, опоятельная женщина. Девушка. Ты знаешь, два офицера за ней ухлёстывают, один уже, она вот уже чуть не замуж выходит. Вот это меня заело. Понимаете? Думаю, какие-то как это так? Мою забрали. Мою забрали. Еще я ее не видел. Мою забрали. Я сразу звоню после Олимпиады в Саппоро. Вот. И звоню и говорю, ой, мне хотелось бы с вами встретиться. Она говорит, ну, пожалуйста, я могу встретиться. Я говорю, а где мы встретимся? Она говорит, на вокзале. Я говорю, на вокзале. Она говорит, а я еду в институт, вот у меня. Я перед институтом могу, она училась в педагогическом институте. Я говорю, а я говорю, у меня тренировка как раз после тренировки. Ну, давайте. Ну, хорошо. Приехал на вокзал. Смотрю, сказали, в час, 10 минут, нет, 20, 30, а все меня знают, все в лицо, таксист говорит, что ты стоишь? Уже человек 10 готовый. Девушку жду, не знаю. Он говорит, ты что, с ума сошел, что ли? Какую девчонку ждешь целый час, ты что, она тебя бросила? Я туда позвонил, они говорят, она опоздала, знаете, вот она первый раз опоздала, и всегда опаздывает. Вот как женщина первый раз опоздала, всю жизнь будет опаздывать. Вот она опоздала на электричку, на свидание ехала. Вот. Я говорю, а зачем ты ехал-то? Вот я сейчас ей спрашиваю. Она говорит, ты знаешь... Мне было интересно. Я вообще хоккей не видел и не знаю, и не смотрел никогда. Но мне сказали, что парень знаменитый. И я хотела своим детям в будущем рассказать, что когда-то меня знакомили со знаменитым вратарем. Я только ради этого, говорит, и поехала. Вот она вышла, а я на машине. А у меня «Жигули» уже был, первая модель. О, ну такой вот, серьезный. Да, я уже такой король был, да. Вот. И она выходит, я смотрю, такая блондинка, симпатичная, высокая, с меня ростом, ищет. Я говорю, не меня ищет? Он говорит, да, наверное, вас. Я говорю, вас как звать, Татьяна? Я говорю, ну садитесь в машину. Сел в машину, я так посмотрел. Ничего. Оценил, говорю, и так себе, все, моя жена будет. Потом приезжаю в ресторан, в Яр. Ну, я, знаешь, какие, хорошая. Меня все знают, да, да, да. А тут, и, а на улице жара была, 72-й год, жара страшная была. А я в короткой рубашке, красивой такой рубашке одет. И я подхожу с ней в ресторан, она в ресторане ни разу не была, в Яр. Открываю, а там, значит, охранник такой, что тебе надо, типа такой, я говорю. Я же не при ней не скажу, что я третяк там, да, я сказал бы, он, конечно, меня пропустил, но не узнал меня. Первый раз в жизни, представляете. Он говорит, что надо? Я говорю, вот ресторан хочу. Нет, мест нет, нет, и закрыл. Мне так неудобно Кошмар. Было. Это был такой позор. Вот, но мне неудобно было при ней сказать, я третяк, и меня бы сразу пропустили. А дверь высадить не пробовали? Ну, мне неудобно было при ней, девочка скромная, вот, я же вижу, с кем я имею дело. Вот, уже опыт был. Я, значит, поехал в кафе, тут недалеко кафе, где я всегда, ну, иногда кушал, да, захожу. А там женщина наша знакомая была, все, она тоже в нашем доме жила. И мы сели, она, место хорошее. Она подходит и говорит, что за девушка-то? Я говорю, да вот первый раз. Он говорит, классная, женись на ней. Слышишь, я говорю, как? Смотрите. Да я, говорит, у меня глаз в ватерпас. Говорит, классная девчонка. Тут еще, смотри, скромница. Она такая все стесняется. Я говорю, правда, что ли? Представляете, вот такой. У меня мысль такая проскочила у нее. Вот. И через 5 дней, значит, потом я стал ездить в Монино между тренировками. Тренировка, тренируюсь туда, чтобы посмотреть на нее. Вот. И через 5 дней я кольцо купил. Да, я даже не знал, какой у него размер. До сих пор на вас кольцо? Да, 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 35 лет уже. Вот. И я кольцо купил и отца взял с собой. Я говорю, пап, ты военный летчик, у него тоже папа летчик. А я уже так с ними, ну, подружился. Так, раз 5 уже, ну, семья меня видела. Вот папа-то, он хоккей знает, а там больше никто хоккей не смотрел. Вот. И потом я, значит, на улицу ее встречаю, а папа уже там наверху у нее дома.
Вот я разбор говорю, полета. Да, разбор полета. Я говорю, Тань, я говорю, вот ты знаешь, я вот хочу предложение сделать. Вот кольца. Я думал, не возьмет, брошу, уедет, да? И я говорю, ну, она мне говорит, Владислав, ну, пойми, ну, мы с тобой все 5 дней, ну, как? Я не могу. 5 дней. 5 дней, да. Ну, как? Поймите. Я говорю, ну, я вот, знаете, вот, первого взгляда влюбился, мне так нравится. Он говорит, ну, а я почему спешил? Мне через 5 дней уезжать. Мне 10-го на сбор в Германию. У меня все, а у нее 2 летчика. А там уже тоже за ней майор, а я лейтенант младший. Младший. За ней там уже охота такая девочка, ты что? Вот. И я, мне надо было брать. Видно, понравилось. Мне надо было брать, да. Я влюбился действительно с первого взгляда. Хотя в любовь никогда не верю, а здесь просто потрясающе. Чувство необыкновенное. Вот. И когда, значит, я так своими мыслями подумал, ну, она права, ну, нельзя, наверное, так. Я говорю, ну, давай, ладно, тогда подождем немножко. Приходим домой, вот, отец мне, ну, мы сидим, отец мой говорит, ну, что, мы приехали, давайте, что? Я говорю, пап, ну, вот, я хочу, я обращаюсь к ее родителям, хочу, вот, значит, вот, руки попросить вашей дочки. Отец говорит, о, классный парень, я его знаю, нормально, я согласен. Мама говорит, да, неплохой мальчик. Его, ее мама. Да. Отец говорит, ну и все, давайте обручим их сейчас, чтобы никаких проблем. Ну, давайте бокалы поднимем. Татьяна, такие глаза. Она так это, тряслась этим бокалом. Вот. Ну, мы одели ей колечко, мой отец. А ее мама мне. Я думаю, ну, все в порядке. Если колечко делаю, уже никуда не уйдет. Все, и на следующий день я улетел в Германию. А 2 майора покончили жизнь самоубийством. 2 майора летают в воздухе до сих пор. Вот. Я уехал. Все. И потом, когда я приехал из Германии, уже в августе, мне 2 раза свадьбу не разрешали играть, потому что канадские профессионалы. Говорит, какая свадьба? Канадские профессионалы. 3 сентября играть, а 23 августа свадьба. Это же выпивка, понимаете, тренеры, игроки. Думал, кто никто не приедет. Ну, в общем, я свадьбу отыграл, на следующий день улетел в Канаду. У меня медовый месяц с канадским профессионалом был. Свадьба у вас шумная была? Много гостей гуляло? Ребята все приехали, но не дали им особо выпить. Вот. Поэтому и команды ЦСКА все были, потому что август еще такой предсезонный период. А сборные приехали, поздравили и уехали. Но людей было очень много? А человек 100. У нас все такие свадьбы. Ну, команда 25 и жен 25, уже 50. Я знаю, что вы как-то пели вместе с Львом Лещенко песню «Трус не играет в хоккей». Да. Как это, легко было или сложно? Не, вы знаете, я плохо пою. Все поют сейчас, все катаются на коньках, я не могу. Меня все время заставляют петь, ну не дано мне, понимаете. Хотя в детстве моя мама хотела, чтобы я играл на пианино. А я любил сладкое очень сильно. Она говорит, слушай, я тебе куплю шоколадку, то пойди в музыкальную школу. Мама, я говорю, я хоккей люблю. Нет, я хочу, чтобы пианино. Раньше же ведь мода была, пианино должно стоять. Вот, и я помню, мама мечтала, чтобы я играл на пианино. Меня привели, значит, в эту. Я за шоколадку, конечно, пошел. Вот, пришли в музыкальную школу. Я в Ополе Березненько стоял, люли-люли, всю ночь учил. Вот, и когда пришли в музыкальную школу, кто будет первый? Я говорю, я! И, значит, ну, говорит, что ты будешь? Я говорю, в Ополе Березненько стоял, люли-люли. Он говорит, хорошо, налево. Я думаю, ну, слава богу, взяли. А кто говорит, вот этих, все, чтобы сюда даже не приходили. Я такой радостный, все равно шоколадку дали, но не прошел. Даже хорошо. Я как раз этот случай Винокуру рассказываю, с Бабкиной как раз. Мы встретились с ним на Новый год, нас надо было записать. Вот, твои... Поздравления. Поздравления. Да? Не, мы пели песню, и у меня отрывок был. Так я этот отрывок полчаса пел. А Винокур говорит, как хорошо, что ты в хоккей играешь. Не поешь. Что за история была с вашим двойником в Америке? А двойником в Америке такой случай, даже у меня остался интересный случай. Ну, все после 72 года все хотели получить русских хоккеистов себе в команду. Вот Детройт тоже. И появился там же Третьяк, который пришел к Эльви Пресли. Я как он с ним встретился, я не понимаю где-то. И сказал, что я Третьяк. Вот, и похож на меня, вот, и я, говорит, приехал, ну, негде остановиться, я вот сейчас в Детройт хочу, в тренировочный лагерь приехал. И он у него неделю жил, у Эльвы Пресли жил в Детройте, ну, то, что я в газете прочитал. Хоть не обчистил. Да, и потом он живет, а потом Эльва Пресли позвонил в Детройт, говорит, слушай, у меня Третьяк тут к вам хочет, ну, хоть доберите его, вот, не знаю. А он, наверное, на коньках еле-еле катается, выучил русский там язык, ну, зато Эльва Пресли пожил недельку. Вы человек с отменным чувством юмора, а в команде вообще были у вас хоккеисты тоже с чувством юмора, с кем можно было пошутить? У нас Евгений Мишаков такое чувство юмора у него все было. Вообще в команде обязательно должны были люди, администратор, завхоз у нас такие. Потому что без чувства юмора, ну, сложная жизнь. Понимаете, все время нагрузка, все время напряжение. Но и Тарасов, я знаю, тоже был острый на словцо и попадал в ситуацию. Был, ну, Тарасов, он с юмором у него не очень было хорошо, если откровенно говоря. У него был просто такой жесткий. Солдатский юмор, да.
Это у него очень много было моментов. Все, конечно, это отдельную передачу надо. Но я вспоминаю один. Значит, первый раз я выехал в Швецию в 1969 году. Вот, и, а таможня нас никогда не проверяла. Ну, и мы иногда нарушали, естественно, потому что там нельзя было два магнитофона привезти, там два зонтика. Знаете, или, ну, были ограничения. На это надо было обязательно налоги платить. А у нас там особо денег не было, чтобы налоги платить. Да и никто и не хотел копейки, их платить. Копейки, конечно. Ну, да. Но были очень сильные ограничения там. Вот. Ну, а естественно, чтобы что-то купить и потом продать, на что-то надо было жить. Такая жизнь была, и артисты, и все экономили на чем-то. Мы на еде не экономили, потому что нам денег не давали. Вы же знали, если бы на нас бы экономили, мы бы не ели ничего. Ну, такая жизнь была, понимаете. Это все так жили, и артисты, и космонавты, и все. Вот. И поэтому мы знали, что нас не проверяют, и мы, конечно, нарушали иногда вот эти таможенные процессы. И я помню, значит, команда ЦСКА приехала после сезона, предсезонного периода в Швеции. И вдруг таможник молодой закрывает двери и говорит: ЦСКА, проверять будем всех. Ух ты. У нас все хоккеисты в шоке. Там Виктор Кузькин подбегает, а Тарасов последний идет. Он подбегает: Антонович, проверяет нас. Говорит: что? Сейчас. Подходит к таможнику и говорит: полковник Тарасов. Тот: ой, здрасте, Антонович, здрасте, ой, да, как дела? Он говорит: да. Молодой человек, вы что, Красную армию собрались проверять? Он говорит: нет, ну что вы. Он говорит: ребята, проходите, я договорился. Красную армию, понимаете, не ЦСКА, а вы что, Красную армию собираетесь проверять? Понимаете, вот откуда такое сразу там, допустим, правильно? Находчивый человек. Находчивый, да. Что вы, или он, допустим, в Швеции мы играем игру с Брюнесом, 2-1 выигрываем, я в раздевалке сижу, вот. А раньше можно было вратарям побросать в перерыве. Ну, там, кто у нас не играет, Третьяку пойдите, побросайте. Мы выходим, а лед не залит еще. Ну, вода. Нас не пускает швед. Это в Швеции играем. Мы выходим, такие глаза: вы что, болван, ты стоите на нас? Мы так: Антонович, не пускают. Швед не пускает, вода не залит еще, лед не готов. Он к шведу подходит: слушай, швед, по-русски. Тот: о, Тарасов. Он там: о, Тарасов, да. Вы что, тут свои порядки будете устанавливать? Ну-ка нам на лед. Мы этого шведа. В Швеции, шведу, ты что, свои порядки будешь устанавливать? Слушай, а нам на лед. Швед все в сторону выходить. Да вот таких моментов очень много. Хорошо, наверное, сегодня быть могильным Федоровым Буре, когда совершенно другие деньги, совершенно другие контракты. Вот вы, глядя на этих ребят, великий Третьяк, вы жалеете о том, что играли тогда, а не сейчас? Нет, не жалею. Каждому свое. Каждому свое. Хотела бы поиграть и там, но у нас своя жизнь, своя судьба, у нас свои праздники, свои прелести были, своя любовь болельщиков. Но эти ребята наверняка обеспечили себя уже на несколько жизней вперед. Да. Вы можете о себе сказать, что вы нормально себя чувствуете? Я сейчас нормально себя чувствую. Да. Это правда, что у вас... Было, конечно, тяжело, когда мы собирали деньги, потом дефолт был, и все деньги практически, то, что я зарабатывал на Олимпиадах, на только чемпионатах мира... Два раза в ресторан ходить. Много пропало? Да, конечно. Ну, мы как-то обеспечены все были, мы думали, что нам и хватит. А за один день тебя сравняли со всеми. Тем более, что артист или там водитель, он может продолжать свою работу, а ты уже все, ты уже все. Отчаяния не было тогда? Ну, немножко было. Особенно многие хоккеисты, которые просто подломало. Они ушли в алкоголизм, многие хоккеисты просто сломало, понимаете? Потому что ты был знаменитый человек, тобой гордилась вся страна, ты имел деньги, и у тебя вдруг на тебя и вдруг тобой уже страна не гордится, ты никому не нужен, и денег нету, и ты вообще не востребован. И все, и про тебя забыли. И, конечно, многие спортсмены просто сломались. Был такой момент. У меня, к сожалению, не было. Мне, значит, канадская компания предложила работу. Я работал в компании Бомбардье, это вот скиду-сиду, да, лодки, да. Поэтому я себя выжил спокойно. У меня нормальный заработок был. А так для других хоккеистов очень тяжело. Вы депутат Государственной Думы, президент Федерации хоккея России, Вячеслав Фетисов, министр спорта. Это правда, что у вас какой-то конфликт? Ну, не то, что конфликт. Просто у нас были разногласия по закону. Вот так конфликта у нас нету, но по закону, который я принял в Государственной Думе, когда был председателем комитета, у нас были разные мнения. Вот он говорит, что профессионального спорта нет. Я говорю, профессиональный спорт. Вы как считаете, есть профессиональный спорт? Я думаю, да. Вот, и был, мало того. Министр считает, что у нас профессионального спорта нет. Поэтому его не должно быть в законе. Я отстаивал эту точку. Ну и по многим-многим вопросам, которые я отстаивал общественной организации, Федерации хоккея. То есть на льду у вас было общее, а здесь не очень, не всегда, да? Ну, вы знаете, разные взгляды теперь. Теперь он в своей должности, я в своей должности. Каждый отстаивает свои интересы. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится.
Вот, в принципе-то мы с ним в нормальных отношениях, но по закону у нас были разногласия. Поэтому и родились такие слухи, что у нас как бы война. Вам приходится сталкиваться с таким отношением? Да, Третьяк, раньше ты был великим, а сейчас уже другая жизнь, другая игра и так далее. От народа нет. От чиновников? От чиновников... От народа с любовью относятся. Куда бы ни приехал, там, Тобольск, Сибирь, Хабаровск. А чиновники? С удовольствием относятся. Большинство нормально относятся. А бывают такие? Ну, бывают случаи, когда просто завидуют тебе, твоей популярности. Не понимая, что я Третьяк, а он, к сожалению, болит. Больно становится или нет? А неприятно. Неприятно, потому что ты делаешь добро людям, и ты действительно это делаешь, понимаете, как депутат. И ты получаешь, что тебе зависть от другого человека, который рангом выше тебя, который считает, что ну, у меня рейтинг может быть больше, чем у другого человека, вот, но он считает тебя, значит, вот, какие-то недостатки твои ищет. Нет, чтобы помогать и радоваться, что есть такой депутат. Бывает наоборот. Ну, видно, в России, да и на всем стране, во многих странах мира есть такое слово зависть, наверное, какая-то. Вы знаете, закончить все равно хочется на веселой ноте. Что это за история приключилась, когда вам на базе подложили скелет в кровать? Скелет. Но дело в том, что, вы знаете, мы же ученики еще те, студенты были, да? И, конечно, мы же играли все время. Постоянно в разъездах, на сборах. Мы учились в Малаховке, это институт физкультуры, филиал Смоленского института. И вот там у нас целая группа. После чемпиона мира приехали... Вот, и стали давать, значит, экзамены. К одному пришли, поздоровались, тебе четверку, тройку поставили, да их все равно что-нибудь ставить. Пошли к другому, ну, за день 5 экзаменов там, вот. А пришли в анатомию, тебе говорят, ребят, вы же спортсмены, тренеры будущие, вы должны знать, где какие косточки, где какие мышцы, а вдруг мальчик у тебя упадет, даже не знаешь. Мы так своими башками подумали, да, действительно, это да, это надо знать. Ну вот, он говорит, вы знаете, а хороший человек, так он правду говорит, вы же тренер, это для вас это надо, ведь знаете. Да, ну вот Мишаков, царство небесное, говорит, у нас вот особо времени нет, вот приезжать, вы поймите нас. Он говорит, а вы домашнее задание возьмите. Он говорит, какое? Ну возьмите скелет, возьмите на сборы, вот эти все косточки, вы должны знать, куда подкрепить. Мы вам дадим книжку. Говорит, да, ну вот у нас самый молодой Третьяк, слушай, давай сюда, вот забери скелет. Ну, я взял, сказал, формалином пахнет страшно. Ну, я скелет набрал, вот. И, значит, то есть скелет его... настоящий? Настоящий скелет, он разобранный был, значит, все так, да. А я его большую такую сумку взял и привез в Архангельск и положил в углу. И пошел фильм смотреть у нас там. Вечером фильм показывали. Прихожу, у меня, значит, на моей кровати скелет в шапочке. Скелет. Значит, скелет лежит, и, значит, у него в руке, значит, в этих костях мячик теннисный. Такой лежит. Я так прям испугался. Потом формалином пахло. Страшно. Кровать. Да, я хочу сказать, что все, я потом это сложил, и никто до этого из скелета больше не дотрагивался ни разу. Потом мы приехали через месяц, дали экзамен, конечно. Но никто до него не дотрагивался, я не знаю. Ну, показали, что мы его брали, мы, значит, изучали косточки. Владислав Александрович, спасибо вам за эту беседу. Спасибо. И спасибо за то, что вы вот у нас в жизни, в нашей истории вы были, вы есть, вы замечательный, великий человек. Спасибо вам. Спасибо, я желаю украинскому хоккею быстрее войти в Суперлигу. Сейчас я знаю, что украинской команде мы дали возможность играть в высшей лиге. Я присутствовал на открытии матча. Это очень здорово, потому что мы должны дружить. У нас большие связи и родственники. Поэтому, конечно, очень здорово, что и в хоккей мы сегодня опять начали вместе играть. Так что удачи, спасибо за приглашение. Спасибо. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях був кращий хокеїст 20-го століття, великий воротар Владислав Третьяк.